Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по ОСН при преобразовании организации. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда осуществлялась реорганизация в форме преобразования, и возник вопрос, сохраняется ли у правопреемника право на применение упрощенной системы налогообложения. Рассматривая эту ситуацию, Минфин, ориентируясь на судебную практику, указывает на то, что объем прав у правопреемника в связи с реорганизацией в форме преобразования является тем же, что и у реорганизованной компании. Соответственно, у правопреемника сохраняется право на применение упрощенной системы налогообложения. Замечу, что вообще в правоприменительной практике эта позиция уже не новая, и она была сформирована Верховным судом еще в 2018 году по делу Оренбург-Книга, но об этом деле я достаточно много рассказывал на канале, поэтому, кому интересно, можете найти соответствующие материалы. В любом случае, компаниям, которые применяют ОСН и которые планируют осуществить реорганизацию в форме преобразования, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.